Добрый день, дорогие друзья! Нет, не дорогие друзья, вам это не нравится. Дорогие подписчики, это мне не нравится. Дорогие мои, тоже у кого-то слышала. Давайте скажем так, здравствуйте все, кто нас смотрит. Вас приветствует компания Arbat Homes и я, Татьяна Пикер, ведущая нашего YouTube-канала. Всем привет из солнечной Алании. Находимся мы сейчас в самом-самом центре Махмутлара, наш любимый русскоговорящий район. Смотрим мы сегодня с вами две конфетки, квартира 2 плюс 1 с ремонтом в центре Махмутлара и смотрим магазин наших продуктов, по которым вы будете скучать. Магазин находится за мной метров 200, это также центр, а квартиру мы смотрим в этом направлении. Поэтому поехали! Узнаете витрину? Мы снимали подобный магазин, обе, а это филиал того же магазина, который открылся в районе Махмутлар. Если вы скучаете по продуктам, которые ели у себя на родине, и вы приехали или переехали сюда, и вам не хватает чего-то с вашего привычного стола, вы по адресу. Я хочу показать вам сегодня не полностью все детали, а именно на очень вкусненьких продуктах, которые вы любите, сделать акцент. Давайте начнем с мороженого. Буду вам показывать. Я думаю, что у вас будут слюнки течь. Это у нас холодильничек пломбира. Белочка. Пломбир собственной персоны. Эскимо. Много-много-много всего. Смотрите, без меня приходите, покупайте. Очень вкусно, я уже проверила. Следующий холодильничек у нас с турецкими мантами или турецкие пельмени. И также пельмени, которые вы любите. Все свежее, сделано своими руками. Проходите в магазин, посмотрим детально. При входе в магазин мы сразу видим стол богатый. Это мед в сотах, все натуральное. Следующая витрина с оливками. Очень вкусные, половина попробовала, уже наелась. Очень-очень вкусно. Дорогие мои, детально не рассказываю, какие у нас здесь сыры. Сыры вкусные. Закупимся после того, как съемку сделаем. Я хочу пригласить вас к витрине мясной. Когда мы пришли спросить у хозяина, можно ли сделать нам съемку, мы познакомились как раз с людьми, которые завезли сюда новую продукцию. Вот я не постесняюсь и прочитаю, потому что не все пока. Есть краковская колбаса, одесская колбаса, казачья, брауншвейская, охотничья, русская и финская салями, паштет, печеночный, ветчина, куриная, сосиски, сардельки, все-все-все много. Ой, боже, посмотрите, это у нас куриные молочные сосиски. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите на эти колбаски. Хоть и вегетарианка я, но пахнет обалденно. Смотрите, внимательно смотрите, и дальше проходим к продуктам, которые также вы любите. Обязательно видим здесь разновидности турецкого кофе, какой в Турции завтрак без кофе, какой обед без кофе, какой ужин без кофе, какие слухи, сплетни без кофе. Смотрим, сгущенка, различные консервы, варенье, то, что вы привыкли кушать дома, это у нас прянички, трех сортов, хлеб бородинский, хлеб ржаной. Пахнет вкусно. Вообще, мне очень нравится, в этом магазине есть абсолютно все. И для местных жителей, и для тех, кто приехали сюда на ПМЖ, про иностранцев. И вот такие вот подарочные вещи вы можете с собой взять и увезти на родину, потому что это нравится, нравится всем. И, дорогие мои, все здесь фермерское, все домашнее, все экологически чистое, все, самое главное, очень вкусное. Я закругляюсь и жду вас в квартире. Друзья мои, квартира конфетка необыкновенно красивая, все новое, отремонтированное. Единственный минус то, что дом постройки года 2000-го, но полностью от А до Я все у нас здесь отремонтировано. Смотрим, какой большой холл. Очень приятно радует вот это вот красивое трюмо. Вообще хозяин, новый хозяин квартиры любит черное с золотыми прожилками, скажем, детали. Везде использовано и на кухне, и в гостиной, и в ванных комнатах. Очень интересно на вкус. Золото богато, дорого богато. Вот.
Очень много красивых деталей, очень удобное трюмо, зеркало, много шкафчиков хотите, кладите туда свою обувь. Единственное, для верхней одежды у нас здесь нет, можно сюда сделать, а можно, знаете куда, сделать встроенный шкаф. Здесь у нас был старый турецкий туалет. Хозяин все это закрыл, вы можете душевую кабину туда установить, но мне кажется, уже будет лишнее, потому что уже два санузла с душевыми кабинами имеется. Вот идите сюда, пока мужчина, идите, смотрите. Вот это такое подсобное помещение, можете сделать гардеробную. Всю верхнюю одежду, плащи кожаные, модные куртки вешать туда. Идем, давайте сначала посмотрим мы с вами стильную гостиную. Гостиная красивая, зеленая, квадратная, с золотыми деталями. Кухня понравилась. Дамы. Угловая кухня. Все, кроме посудомойки, у нас здесь новое. От кухонного гарнитура до остальной встроенной бытовой техники. И духовочка, и вытяжка, и варочная поверхность. Шкафчики новые, все с доводчиками. Можете поставить сюда дверь, но мне кажется, будет душновато. Вам уже нравится эта квартира, я знаю. Знаете, как мне понравилось? А еще, если вы узнаете ее площадь, 130 квадратных метров, это квартира 2+1 с зонированной кухней. Вот кухня наша, красивая, модная. Дорогие мои, квартира находится на фактическом втором этаже. Это первый турецкий этаж. На первом этаже находится городская инфраструктура, что представляет собой магазины, парикмахерские и так далее. Поэтому не квартира, а конфетка. Квартира бомба. Все красивое, стильное, новое. Поэтому нужно обязательно писать, обязательно покупать. И дружить с семьями. Стол на 4 персоны, вся посуда, стаканы, все есть. Открываем шампанское и будем праздновать ваш переезд. Диван красивый, мой любимый. Ай, угловой, боже, мягкий. Товарищи, на самом деле, очень комфортная площадь, квадратная. Единственное, у нас в этой квартире нет телевизора и кондиционеров. Это очень индивидуальный вопрос, поэтому, пожалуйста, списывайтесь с нашим менеджером, который занимается послепродажным сервисом, и мы поможем вам. Квартира находится на бульваре Мендерес. Вы наверняка знаете, от часов башни с часами в самом центре Махмутлара есть бульвар центральный, который ведет наверх. И мы находимся как раз здесь. Окна выходят, все окна на восток, и из каждой комнаты имеется выход на солнечный балкон. Пока выходить не буду, из последней спальни выйду, покажу вам. Пойдемте дальше. Это у нас гостевая или детская спальня, опять же больших размеров. Мы как-то уже снимали с оператором небольшую детскую спальню в N-ном комплексе, и были две кровати, две тумбочки, было тесно, тесно, тесно. Помните, у нас еще с оператором были дебаты, так поставить кровать или так поставить кровать. Когда нет площади, вот и начинаются вот эти думки. А так как здесь площадь огромная, пожалуйста, и тут места много свободного, и тут места много свободного, и тут места много свободного. Выход на балкон имеется, повторяю, на восточную сторону у нас выходят окна, шкаф, зеркало, две односпальные кровати, одна прикроватная тумбочка и есть также трюмо. Сейчас посмотрю, это у нас компьютерный стол. Нет, это не компьютерный стол. Вы можете даже это трюмо поставить, например, сюда, если вы будете, здесь будут жить ваши детки, а сюда поставить компьютерный стол. Очень удобно. Пойдемте посмотрим с вами две ванные комнаты и родительскую спальню. То есть планировку поняли, когда это у нас холл, кухня, детская, или гостевая, родительская, и сразу и здесь у нас гостевой санузел. Все новое, все отремонтированное, вся плитка, сантехника, душевая кабина, раковина, зеркало, шкафчики, все работает. Проверим душевую кабину. Отлично, отлично, даже крючочки есть для мочалочек. Да, квартира понравилась. Не ощущается, что у нас дом 20-летней давности. Так, и моя самая любимая комната – это родительская спальня. Также в светлых золотых тонах. Ковер обалденный. Вот такое красивое трюмо у нас с подсветкой. За мной находится душевая кабина. В принципе, все идентично, что и в предыдущем санузле. Запыхалась.
большая кровать King Size с очень красивыми вот такими деталями. Сплетничали сейчас с оператором относительно выгодности расположения этой квартиры. Знаете, бульвар Мендерес, это 150 метров от моря. Выход из всех трех комнат у нас имеется на восточную сторону. Один большой-большой балкон. Желаете застеклить и хотите, можете оставить так. Сразу видим, вот покажи, пожалуйста, напротив находится сетевой маркет Migros Jet. Здесь у нас модная стильная одежда, бутик «Гараж». Также есть лавка, как она называется, мясная и овощная лавка. И очень вкусный и недорогой ресторан, по-моему, «Чаадаш» называется, если давно уже не была, очень вкусно. И 150 метров, всего 100 метров у нас до башни с часами. Это самый-самый центр Махмутлара. И вот здесь чуть подальше самый вкусный магазин наших продуктов, которые мы с вами уже смотрели в начале ролика. Итак, дорогие мои, подводим итоги. 150 метров от моря, год постройки дома 2000-й, квартира полностью отремонтирована, а также вся бытовая техника и мебель у нас новая. Окна выходят на восточную сторону, до обеда у вас здесь всегда будет солнышко. Один большой балкон на все три комнаты, две ванные комнаты, также с новой сантехникой, с новой плиткой, с новыми душевыми кабинами. Все новая кухня, зонированная, стоимость квартиры 62,5 тысячи евро. Это второй фактический этаж в доме городского типа без инфраструктуры. Соответственно, айдат всего 20 лир. По-моему, ничего не забыла. Если что-то забыла, пишите в комментариях, обязательно ставьте лайки или дизлайки, если вам не нравится. Но обоснуйте, пожалуйста, чем вам нравится и чем вам не нравится. Я буду ждать ваших комментариев. До скорых встреч. С вами была Арбат Хоумс, Татьяна Пикер. Пока-пока.